Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю мясные рулетики с картофелем. Запекать буду в духовке. Очень вкусное блюдо. Такое блюдо, я думаю, можно поставить даже на праздничный стол. Мясо у меня свинина, ближе к ошейку. Нарезаю вот на такие не очень толстые кусочки и отбиваю так, как обычно мы отбиваем на отбивные с обеих сторон. Затем берем специи, у меня сладкая паприка, мускатного ореха немножко и смесь перцев. Также добавляю сюда соль, перемешиваю и посыпаю с обеих сторон мяско. Сначала с одной стороны, затем перекладываю на блюдо, так переворачиваю посыпанной стороной вниз и с этой стороны посыпаю. И так проделываю со всеми остальными кусочками. Мяско мы подготовили, накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться где-то на 1 час в холодильнике. Берем размягченное сливочное масло, добавляем сюда 3 зубчика чеснока, я пропустила через чесночный пресс, и также нарезаем мелко укропчика, где-то грамм 20, тоже сюда добавляем, и чуть-чуть, буквально щепоточку соли, перемешиваем. Подготавливаем сыр, у меня сулугуни. Разрезаю палочку напополам, затем еще вот на вот такие небольшие кусочки. Мне пригодилась всего одна палочка, это грамм 50. Берем кусочек мяска, смазываем сливочным маслом с зеленью. Затем на край кладем кусочек сыра, подворачиваем с боков и заворачиваем вот таким образом в рулетик. Закрепляем зубочисткой и все, рулетик готов. И также проделываем с остальными рулетиками. Рулетики у меня все готовы. Теперь я беру картофель и лук. Луковицу я разрезаю напополам, а затем нарезаю четверть кольцами. Выкладываю в форму, в которой буду запекать. Я ничем ее не смазывала. Немножко посолила и поперчила. Смотрите на свой вкус, все это делайте. Картофель разрезаю напополам и затем на вот такие вот кусочки. Перекладываю в глубокую посуду. У меня вот перец остался от мяса. Добавляю пол чайной ложки соли, паприки чайную и чеснока чайную ложку. Все перемешиваю и высыпаю в картофель. Также добавляю 2 столовые ложки оливкового масла. Все хорошенько перемешиваю и выкладываю сверху на лук. Хорошо распределяем и сверху выкладываем рулетики. Между мясками я еще решила покласть вот такие небольшие помидорки. Разрезаю на 4 части, вот так не дорезая до края, и кладу между мясом. Так, чтобы они хорошо пропеклись, я разрезала. Сверху мяско смазываем соевым соусом. У меня соус терияки. Он такой сладковатый, очень вкусные рулетики получаются. Накрываем фольгой и делаем небольшие проколы. Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, где-то на 50 минут. Затем снимаем фольгу. Выкладываем еще вот это оставшееся масло. Я забыла сразу покласть. И еще раз смазываю соевым соусом. Все ставлю, не накрывая, еще где-то минут на 15 при 200 градусах. Очень вкусно получается. Рекомендую приготовить. Рулетики получились очень сочные. Смотрите, сколько сока они выделили. И картошечка хорошо пропеклась. Просто очень вкусно. Смотрите, я сейчас покажу, какие они внутри. Вот такие они внутри. Рекомендую приготовить. Думаю, такое блюдо можно поставить и на праздничный стол. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем приятного аппетита!